Открытие площадки напротив дома номер 12 по улице Новой привлекло детей и родителей со всего микрорайона. Музыка, веселые аниматоры, аквагрим, бесплатное мороженое, батут. Конечно, такой праздник дети оценили по достоинству. Тут интересно, что был маленький батут, только он почему-то сдулся, а теперь тут большой батут надувает. А еще тут на этой площадке очень много труб. По ним интересно лазить. Здесь, несомненно, будут играть дети из ближних домов. Хотя игровой комплекс задуман для удобства покупателей магазина «Дикси». Идея хорошая, однако все же родителей смущает близость подъезжающего к магазину транспорта. Ну, насчет этого, да. То, что машина здесь ездит, конечно, и дорога плохая. И дорога плохая здесь, ужасная, конечно. Ну, не знаю. Вроде ограждение сделали, где площадка. А вы не находите, что здесь место опасное? Мы обезопасили все специально для этого. Были взяты... Это гостевая площадка, которая будет находиться при магазине «Дикси». Мы специально поставили большие заборы. Здесь в данный момент еще немного не успели доделать. Они обошьются прозрачным пластиком. И дети будут в полной безопасности, пока родители будут посещать магазин. То есть здесь будет человек, который с ним будет заниматься, да? Или как? И человек не будет. Площадка будет полностью огорожена от проезжей части. Дети вылезать на нее не будут. Выбегать через заборчик, то есть это будет безопасно. Насколько расположение площадки будет безопасно для детей, во многом зависит от самих родителей. Понятно, что малышей оставлять без присмотра нельзя, где бы площадка ни располагалась. «Дикси» планирует устройство еще одной гостевой зоны для своих покупателей. Она тоже станет частью благоустройства нашего города. Администрация города сейчас с большим вниманием относится к благоустройству, в том числе к устройству парковок на дворовых территориях, устройству детских площадок. По губернаторской программе комплексного благоустройства в этом году в Серпухове запланировано благоустроить 52 двора, 37 детских площадок, 6 спортивных и одну хоккейную коробку. Администрация города Серпухова с готовностью идет навстречу всем предпринимателям, которые могут внести в благоустройство города свою лепту. Елена Киселева, Александр Поваляев, Ольга Волкова. Общественное телевидение Серпухова.